И всем привет! Вы на канале TomTom Hair. Обзор на шейвер StyleCraft Prodigy. Короче, вот такой вот шейвер. Это очень похоже на шейвер Pop Barbers. Pop Barbers P600 и StyleCraft Prodigy. Смотрите, корпус, блять, абсолютно одинаковый. Я думал, чуть-чуть есть разный момент, но все абсолютно одинаковое. Но когда я начал его сравнивать, здесь оказались лезвия не такие, как у Pop Barbers. Здесь другие лезвия. Здесь стоят вот такие. Здесь стоят вот такие. В запасных лезвиях в StyleCraft вот такие же лезвия, как и тут. Вот такое лезвие, которое как у StyleCraft Rebel и на шейверах Babyliss. Такой охуенный, вульгарный цвет красного. Обожаю просто красный цвет. Особенно, когда заходишь, унисекс-туалет так называемый, когда заходишь, и там все и мальчики, и девочки, заходишь в туалет, и в урнах лежат вот, так, вот такие бумажки, короче, вот такие. И ты такой, ебать, кого-то убили, что ли, или что? Открываем, что нас здесь встречает. Встречает нас здесь сексуально яркий цвет, также он еще бывает в синем цвете, вот такой StyleCraft. Фу, блядь. Вот такие запасные сеточки. Вот такие сеточки стоят на шейвере Pop Barbers. Вот так это все лежит. Но это, конечно же, одно касание, и все, это тут не зафиксировано. Быстрая зарядка, написано Fast Charging. Вот она еще здесь есть. Micro-USB. Вот это. И самое главное отличие от Pop Barbers, то, что здесь поддерживается беспроводная зарядка. Я пробовал на шейвере Pop Barbers, конечно же, там не было никакой зарядки, она не работала. Берем шейвер, кладем, загорается и заряжается. Пиздата. Ни разу так не делал. Давайте откроем. Какая пленочка еще на Pop Barbers, таких пленочек нету. И запах, вы знаете, запах поприятнее, чем Pop Barbers. Пахнет Америкой. Звук. Звук абсолютно такой же, как и у Pop Barbers. Очень одинаковое ощущение. Что приятнее в руке будет? Что-то за 2000 или что-то за 10 тысяч? Конечно же, за 2, блядь. Давайте сравним еще немножечко с Rebel. Здесь такая же сетка. Идентичные ножи. Здесь пичи, здесь больше оборотов. Здесь 11 тысяч, здесь 9 тысяч. Охуенно, охуенно работает. Но прикол в том, что лезвия одинаковые. Здесь лезвия одинаковые, а мне кажется, эти лезвия, они гораздо лучше, чем лезвия, которые на Pop Barbers, которые в комплекте идут вторыми у этого шейвера. Бать, он бреет, слушай, он бреет лучше, чем Pop Barbers, блядь. Ребята, эта тема бреет лучше, чем Pop Barbers. Скорее всего, за счет того, что здесь другие ножи. Потому что по работе, по звуку, я бы не сказал, что здесь слышно, что в этом, типа, он мощнее. Сбрил он как ебанутый. Сбрил как ебанутый. Молодец, одобряем, восхваляем. 9000 оборотов. 120 минут здесь аккумулятор. Самое главное отличие — это ножи и беспроводная зарядка. На этом, в принципе, все. Если вам было интересно, напишите об этом в комментарии, поставьте лайк. Напишите, что думаете о нем. Каким шейвером вы пользуетесь? Пользуетесь ли вообще, потому что многие вообще с шейвера не стригут фейды как-то. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.